Погнали слушать следующий трек. А прежде чем начнем, конечно же, Boosty, Тележка и Яндекс.Музыка. Заходим, подписываемся, добавляем себе, вы все это прекрасно знаете, я вам просто чуть-чуть напоминаю, да, я вас верю, вы самостоятельные взрослые люди. Поехали слушать. Foreign Way. Foreign, блядь. Рэй Аллен, в скобочках МЦ Кисуля Флоу. Обложка. Серьезная. Заход на серьезную работу. Продюсер не написан, кстати. Про трек ничего не написано, но у нас здесь клип, насколько я понимаю, да? Будем еще и с визуализацией всю эту историю чекать. Без этого, конечно же, никуда. Но это окей. Все, больше ничего сказать не могу. Foreign Way очень сильно удивил своим партом на альбоме OG Buddy. Я просто аху... Ну и дальше продолжите, да? То есть, слушали, по-моему, два альбома Foreign Way. И как бы, ну, он был очень неплох. Но то, что он показал на альбоме Буды, это был разъеб. И я надеюсь, что сейчас тоже будет что-то чем-то удивить, да что-то интересное покажет. Давайте слушать, давайте чекать. Let's go. Рэй Аллен, МЦ Кисуля Флоу. Go. Моя суперсила у меня отличный вкус. Суки голые на фото, у них нету дрипа. Нахуй дешевых я не трахну, вдруг у них бацил. Еще два года назад не был для них красивым. Это а воскресенский, сука! А сейчас они не очень время, сейчас со мной ток моей собаки. Пушечки на теле никому не доверяю. Да, сука, реально, что я для них нереальный. Но, братик, он шутер, как реальный. Баскетболист, да? Сам я не замешан в криминале. Я обычный парень, а у Стив такой, будто карать. Бриллианты на мне, как будто бы я играл в копате. Иногда звучу как карте, а ты звучишь будто вайпер. Тише, тише. Я сделал треки для людей, вышел из ниш. Я бросил это круг и рэп и миш. Снег и дождь в марте, но я скинул крыш. Мне ща пришел перк, дропнул 60 коктейлей. Со мной азербайджанцы и армяне, все салам алейкум. И бро, мы ща стали подобрее, слишком много смерти. Легальные деньги стали длинными, будто спагетти. Эй, точно не буду фрик, плевать на славу уже. Зовет меня форен, ей плевать на славу уже. Малышка хочет быть со мной, но мы не пара уже. Суки голые на фото, у них нету дрипа. Нахуй дешевых я не трахну, вдруг у них бацил. Еще два года назад не был для них красивым. А ща они не очень время что-то подкосил. Ща со мной ток моей собаки. Пушечки на теле никому не доверяю. Да сука реально, что я для них нереально. Но братик он шутер как реально. Это воскресенский, сука. И ты его знаешь, бля. Бля, ну, есть шарм в этой движухе. Я не знаю. Чё-то прям, ну, прикольное, блядь. Новое какое-то вот ответвление трэпа, блядь. Я вообще в ахуе, как они прыгают. Ну, это прикольно, бля. Я не знаю. Звучит максимально абсурдно, но, блядь, это, сука. Хорошая песня, добрая. Вот, фак. Добрая, хорошая песня. Вот, и все, как бы, да, без напряга вообще. В какой-то момент забыл, да, что он на приколе начал такой посерьезки, да, такой, типа, я классический форен, блядь. А потом, да со мной азербайджанцы, армяне, салам алейкум, бля. Бля, я не знаю, этот флом, бля. Сука, все, я уже флом. Этот флоу, он максимально сломан. Ну, типа, но в этом есть шарм. Шарм, что пиздец. Ну, мы знали, нам немного знать. Ай, строчка ай, очень хорошая. Бля, ну иногда звучу как Карти, а ты звучишь будто вайпер, бля. Хорошо. Это хорошо. Неплохо. Очень даже неплохо. Foreign Way удивил. Удивил. Не думал я, что упрыгнет на этот стилек. Он это сделал. Сделал хорошо. Прочувствовал. Супер гуд. Структурно, да, подтвердил все эти треки. Ну, поддержал, скажем так, да. Ничего въебистого тут особо нет. Плюс, это довольно понятная структура для треков Форена, да. Припев, куплет, припев. Ровно, практически всегда так и работает. А здесь он это обрамил более актуальным звучанием. Хорошо, получилось реально, как по мне, хорошо. Попал в настроение.
с абсурдными строчками, да, про копателей, про вайперов, наши, Миша, да, вспомнил, блин, Кругер, rest in peace, Михаил, Круг, Круг, Владимирский Централ. Да, и вот эту вот всю историю, будто не фрик, Слава уже за меня фора, не плевать на Славу уже, да, малышка, хочешь быть со мной, и на пару уже, да. Возможно, еще можно было бы докрутить абсурда, но так как это первая работа вот в подобном, да, в подобной стилистике, можно сказать, что типа просто пока вот пробует себя, да, смотрит на то, как аудитория, допустим, прореагирует и так далее. Поэтому фор, да, фора. Поэтому для первого раза очень даже хорошо, очень даже хорошо. Будем смотреть за развитием событий, как всегда. Ну а пока смотрим клип на МЦ Кисуля Flow. Let's go. Да просто по рофлу сделал. Ну, это ну, в этом и смысл данного стилька. Он по рофлу, но вот какая-то вот изюминка всегда в этом есть. Погнали. Суки голые на фото, у них нету дрипа. Нахуй дешевых я не трахну, вдруг у них бацил. Еще 2 года назад не был для них красивым. А ща они не очень время что-то подкосило. Сейчас со мной ток моих собак. Пушечки на теле никому не доверяю. Да сука реально, что я для них нереально. Сори, что прервал. Ну, мы уже послушали трек, так или иначе. Форен недооценен, как по мне. Отчасти могу согласиться. Потому что он, ну, на самом деле, технически очень сильный. Мы слушали альбомы, я это говорил, да. Возможно, ему порой не хватает вот какого-то разнообразия. Но вот опять же, в последнее время, что начал демонстрировать, вот МЦ Кисуля Flow, да, например. И сразу же неплохо. Этот, вот трек с Будой, который был на альбоме, на Pox Wave, блядь. Тоже меня пиздец очень сильно там удивил Foreign Way. Он ебать там круто звучит. И поэтому я думаю, что вот сейчас, если если он прокачался или будет дальше прокачиваться, то вполне возможно его нормально прям уже увидят, заценят и так далее. Потому что, ну были моменты с малым разнообразием, допустим, и так далее, да. Но потанцевал пиздец, сколько еще можно развивать у него, и он, очевидно, горит этим, он хочет, и я только желаю ему дальше развиваться, конечно же. Побратих, он шутер, как реально. Сам я не замешан в криминале. Я обычный парень, аутфит такой, будто карать. Бриллианты на мне, как будто бы я играл в копатель. Иногда звучу как Картия, а ты звучишь будто вайпер. Тише, я сделал треки для людей, вышел из ниш. Я бросил это круг и рэп и миш. Снег и дождь в марте, но я скинул крыш. Нечто пришел перк, дропнул 60 коктейль. Со мной азербайджанцы и армяне, все салам алейкум. С дебром мы сейчас стали подобрее, слишком много смерти. Легальные деньги стали длинными, будто спагетти. Точно не буду фрик, плевать на славу уже. Зовет меня Форен, ей плевать на славу уже. Малышка хочет быть со мной, но мы не пара уже. Суки голые на фото, у них нету дрипа. Нахуй дешевых я не трахну, вдруг у них бацил. Еще 2 года назад не был для них красивым. А ща они не очень время, что-то подкосил. Сейчас со мной ток моих собак. Пушечки на теле никому не доверяю. Да сука реально, что я для них нереально. Побратих, он шутер, как реально. Тут за плоскость картинки не могу доебаться, потому что тут как бы и сам трек соответствует. Вот если у Лиды это максимально насыщенная музыкальная история, там продюсерски очень круто, да, и по капе все очень хорошо, и как будто хочется, чтобы глубина в кадре была, здесь это вообще, блядь, не обязательно. Здесь это, ну, это все один большой прикол, блядь, что вы хотите, да, и поэтому такой клип, ничего не могу сказать, единственное, что... В данном случае Форену не хватает, конечно, харизмы Воскресенского. Ну, именно с точки зрения вот визуала, как по мне. Потому что тот, ну, пиздец. А как бы, да, бесспорный, блядь, чемпион в абсолютном весе. Это понятное дело. Но вот что-то вот как будто вот... Даже не то, что кривляние, а вот какого-то вот этого похуизма, да, вот этого вот нахождения в кадре. Тут он такой еще, плюс-минус даже порядком серьезный. А вот этого не хватает.
Кстати, реально бы подошли. Ну, ты тоже сравнил хуй с пальцем. Да, у меня идея, блядь, чат. Давайте тоже запрыгнем на тренд, ё-моё, и запишем трек, блядь, в подобной стилистике. А чё нет? Это не так много времени занимает. Смотрите, 2 минуты, да? 2 минуты, и поприкалываться. Вы напишите текст, я его накидаю в FL-ки, блядь. Захуярим хит. Джерк давай. Блядь, джерк сложнее. Джерк сложнее, блядь. Джерк сложнее, но можно попробовать. У меня вот почему-то идея записать трек на стриме, вот она как будто, блядь, постоянно где-то витает, но я все не могу собраться. Не могу собраться, чат. Если забайтите меня хорошенько, да, там, вот здесь, вот в комментах под форенвоем забайтите меня, да, то, может, мы это сделаем. А так, форену респект, красава. Прыгнул на актуалочку и сделал это хорошо. Респект, реально хорошая работа.